они сжалились, блядь. А что они сделали? Всех мобов убили? Да, Гудик. Господин, стой. Да, убили мобов. Успокойтесь. Можно вайпаться сколько угодно. Еще в кору идти. Нам в кору идти еще, да. Сумансию, трейнеры, давайте все. Рыбакуйте. Сейчас. Я уж, если что, ну, более сейвовый бьет, на всякий случай сделаю. А у нас на сейва хватает? Если что. Он в этого, в ДДшку, в танк еще спит. А, нет, бля, точно. Перепутал. Все. Давайте долго не стоять, погнали. Реально кара. Сейчас. Да, Гудлик. Там вешается дебаф, пока он не спадет, тебя ваншотнет, если ты с ним еще раз ловишь. Два можно. Нельзя. Он не вешается никак. Ой, не стакается. Ну, маги ШП, да, могут по два закрывать подряд. Ну да. Что мы? Что у нас там? Все нормально. Вот. Маг может три, можно блоки стать в эту хуйню прямо. Ну да, да. ШПшникам тучку просто, наверное. Давайте звездочку, там 10 тел. Давайте звездочки, только пэтов не вызывайте вообще. Я подойду звездочку. ДБМчик, пожалуйста. Да, да, да. Да я пилота делал. Психошка, еда, анаид. Все, вроде все есть. Я тут. Хорошо. Встал ДП. 5, 4, 3, 2, 1. Сказал как не вызывать. Сука. Блять, слишком много стакать на накал. Вывести оттуда. Потому что тут ДК целый, блядь, зверинец, нахуй. Ну, тут мертвецы начинаются, гарг. Питомец, блядь. Печка одна секунда, да. О, все, Гудлик, выбегай оттуда. Мы умрем. Поплеска. Чуть-чуть собрал. Зовки дебаха нет? 97. Печь, одна секунда.
Нужно отворачивать на 100. Сейчас кастанет. Все. Печь 2 секунды. Где помоги, блин? Он уже помог. Это не наш ДПС. Да. Не понял. Есть там гудлик ебажит. Одет почти без. Слева закройте руки. Блять, покорность. Ну чё, блять, кастер, у вас там 5 человек стоит, блять, нихуя не можете закрыть, что ли? Я в кашле, блять. Пожались, пожались. БР раздайте. Вот ЧП. ЧП, наверное. Не, сейчас не могу урона. Я дальний закрою. В центре закройте. Чувай, Вераль, одна рада. Вообще я отворачиваю, похоже. Опять нет. Печка. На сейв сейчас надо. Вы умрете. Меня не подняли, просто ладно, он да. Есть еще один БР меня. Заход я поднимешь. А, нет, тут таунта нету, так что нет смысла. Себаст, туда кто-нибудь один забегите. Да ты за минуту рунниками наберешь. Сейчас я это после печки. Поверни его туда сюда, право-лево покрути. Еще. Хорошо, отлично. Прожмите. Массы, подать. Выходу диван, или что? Бля, в пизду, чё, если серьезно, что? Блять, не можете руки закрыть. Все пять расстояли, блядь. А просто ДПС выкрутит ебаный, который не нужен никому, блядь. Он тут нахуй не надо. Ладно, не ругайся, чё. Да просто бред, блядь. Самая простая задача. Подбежать, увидел, подбежал. А вы не определяли никого на эти рули? Так все РДДшники смотреть должны. Я пять человек туда назначал. Ну там если двое фрупы зайдут, то там пизда живут, блядь. Вы там определите какие-то именно таргеты? Ага. Если это сутал хрупость, то другой заменяет. Так, блядь, 2 ШП, маг и 2 приста, блядь, там 5 человек, это более чем достаточно. Присты могут по 2 я подряд закрывал. Закрывать. Маг не может подряд закрывать. Вы им скажите, вы стоите там, вы закрываете все это. А я что, не говорил такого? Я просто не знаю, я так подключился. Ну, если не знаешь, зачем тогда говоришь? Извини, пожалуйста. На X3 у нас просто было 2 танка, они сзади все дальние ловили. А что, все мобы мертвы? Да, админ убили. Японы, мать, вот это помощь века. Помощь, которую мы заслужили. Нам же поддамажили его еще немножко, да? Или нет? Да, поддамажили. 20%. Больше не будет. А чего самого человека не хватает? Кого-то нету, что ли? Да, хил один ушел в короге. Плохой человек. А есть кто вот там не прочь с нами сходить? Может, есть кто-то? Где-то был скриншот замены, давайте мы что-то потянем. Вон там есть эрдру какой-то, год хил. Поставьте почту, пожалуйста. Он в воскресенье идет. Вон, шаманизм есть, у него там хуево туча клинтвинов, блин, давай. Залетай. У меня проход. Давай на любого. Не на том нет проходки сейчас. В смысле нету? Ты вроде закрывал ИВК-25 каким-то. Нет, не на том не закрывал. Ты закрывал, не звезди. Да вот клянусь тебе, не на том нету. Я по-моему, конечно же, ничего.
молчать, не слови. Я не знаю, мы на экстрисе приходили в три танка, первый танчит, два здесь сзади стоят. Рома, по-другому работать. А, по-другому, да? Да. Я просто... Угу, понял, слава. Одну я забираю, одну там неверс какую-то, все РДДшники. Одна милика появляется, плюс-минус. На экстрисе слева ловил, там кто-то справа ловил. А это больше урона и все такое, да? Нет, здесь что там? Крутить, вертеть, еще всякие... Фласки и масло кончаются, перепейте. Ну ладно, не лезу. Ваши тактики. Тут все и так типа нормально, просто люди слакают. Надо ГП давать. Ну бывает, что. Ну да. А кто не закрыл? Я, ну понимаешь, я ж вообще ничего не вижу. Я вижу печку и куча способностей, которые летят в босса. Тут опять с руком стали, 7 дать, 50 ГП, да и все, в чем проблема? Не в пятых дело, не в том, что там на один стак каждый раз больше идет. На 4. Такая разница. Смотри, 4. Тут не может быть 4. У меня питомца нету, он только этот. У него Пэдгар, Гули и эти мертвецы. Какие мертвецы? А, блять, он что, в Т4? Я снял. Я не знаю, там какой-то чел, блядь, во время пула какую-то хуйню еле-еле. Говорит тихо, ничего не понятно. А не пробовали петом ловить хрупость? Не работает? Вам это не работает. Питомец умрет, типа, и... А, руки ловить? Ну, типа, там сразу, там, прохил какой-то, да, и там сразу... Там же, по-моему, по дебаф вешается. Все готовы? Давайте еще раз. 5, 4, 3, 2, 1. Сейф, массейф дайте сейчас. Вы умрете. Вы умрете. Здесь надо поднять. А, нет, его. А сейчас главное, чтобы не кастануло во всех. Нет, 10 стаков ровно. Вместе с питомцем. Хорошо. Кто сможет? Я не знаю, кто у вас там занят. Ткань, нажму хотя бы кольчуга. Это с броней. Заход ее, давай ты сюда. Печка аккуратно. Где ты? Руки закройте. Перед лицом босса. Я 4 дам. Там бокс кабарит.
бары не надо. Это там. Вот полторы минуты. Аж 11, хорошо. Руки закройте. Встань, встань! Ладно. Бля, я под стаком. Ничего, ничего. 15 тысяч. По щитку он был. Дом, печь, не сладкий, господи. Че с ёбнуто, кстати? Да. Как много, блядь. Вы умрёте. Стоматолога лечит. Руки, руки. Ты закрыл руки, ну что, закрыл? Руки. Череп, чё? Блять, ну встал кто-то, ушел, нахуя устает такой? Дальше бьем или падаем? Да, пока бьем. Пробуем. Вот у тебя есть инк, Бэр? Закройте мили. Как раз. Ой. Давайте падать. Еще минус два. Да с чего я умираю? Будем отвлекать этих. РДДшника этого не бегает, теряет ДПС, типа, и смысл. А так у тебя будет один массейв по рейду и... Будешь бегать, закрывать, как мы бегали. У нас сейчас атака ближнего боя ударила 70 тысяч. Ну так много там. Меня добило просто пламя, которое от печки. Дон, так что, мне спекнуться в танк, ловить руки закрывать или нет? Да, 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 давай, давай, давай. Так, а кто у нас? Оптикс у нас ловит? Да, да. Просто да, надо сзади двоим ловить, когда я Бьерн ловил. А там уже одну руки РДД по очереди. Ну и все. Да. Слушайте, а по нему что, урон увеличивается когда-то, да? В какие-то моменты? Ну просто я под стаком... Если обжигает у тебя босс, то... Под этим дебафом он получает 200%. Ясно. Что-то какие-то цифры баснословные. Короче, я был под стаком вот и под щитком. А вот почему я 70 тысяч урона получил. Что там у тебя стак щиточек? Ну, говорю, 19 тысяч. Это чтоб щиточек, щиточка не было, я бы сдох. Короче, когда закрыл второй раз под щитком. Ну, под, ну, под стаком. Нет, ты смотри, ты забегаешь второй раз и прямо блок нажимаешь, пока еще не хлопнул. Правильно, а у меня уже все КД было. Я уже если закрывал. Идете закрывать второй раз, вы говорите, пожалуйста, ник. Чтоб я точно посмотрел, есть ли на вас щит. Чтобы не отлетели. Да все, у нас сейчас, так, у нас сейчас два факт, танка. Два быть. Танка стоит, уже вряд ли кому-то придется два раза закрывать. Вы смотрите, просто там, если под боссом, то мы не закроем, а с оптиксом будем стоять. Оптикс где-то между квадратом и кружочком, я между квадратом и крестиком. Где-то а здесь рейндж урон уже не дамажит практически? Или дамажит? По РТД урон приходит какой-нибудь? Ну только когда он стаки наберет и все. Нет, нет, не которые там в мире стоят, а которые вот тут ручки ходят, бегают, закрывают. Иногда по рейду идет урон сильный.
Правда, не смотрела, чего. Сил природы, если руку не закрыть. Короче, тогда у нас получается в звездочке стоит Эйлер еда с охотою, Донт он де Себаст, Питч, Рокси, Вэш. Это 9 человек, с учетом питомца Онда, это должно быть 10. Получается, Донт. Да чё, просто вайпимся по клубу. У меня же 10 часов, это самое, у меня уходить надо. Что у вас там? Откуда это так? Просто руки не закрывают, ребята, и все. Только, блядь, кто у вас руки закрывает из танков? Вот дело в том, что танки не закрывают. Одиноптикс. У нас был Одиноптикс, да. А стоматолог? Сейчас Оптикс и стоматолог. Вот, для двух танков ставится сюда. Один танк на правую сторону, второй идет на заднюю. РДшники прикрывают левую зону. Стоматолог, ты как будешь идти по правой стороне, там будет метеор падать сейчас иногда. Я помню, Пьер, я помню. Все, туда сразу туда уходи, прикрывать другую зону, пока там метеор. Ну все, я в кружочке стою тогда, оптик в квадрате, а РДД-зона перекрывает крест и все, что ты слева. Где? Слушай, Дон, да, там 70к лицо получается. Дон, ты масс-швы есть, помню, если что, если надо нажимать. Да, это меня печкой продамажило, под баф у меня был, поэтому 70 тысяч лицо получил. Ошка. А что ты писал? Кулаки сегодня выйдут погулять? Да, все готовы. Давайте. Ну, кулаки можно поваром, нет? 5, 4, 3, 2, 1, обновить только. Кулаки поваром дайте. Одна секунда. Слева я в центре закрою. Гудлик, на тебя счетов дебафа нету? Ты что говори, зуб буду кидать? Не, я кинул бог, чтобы потестить, скинулся дебаф. Слева, справа руку, быстро, быстро, быстро. Хилы, стоматолога, включи чем-нибудь, пожалуйста. Так, метеор летит, бежу. Все, тебя стой слева. Ну я давай, я в центре давай день позакрываю, а слева вы так стоите, как стоим. Сейчас направо не стоит. Короче, разберемся. Убили, закройте его, дебаф. Закрою, закрою. Спасибо, Сергей.
Доми капелька надо. Спасибо, АСТ-4 сейчас. Слева, от лева отбеги, ой, от права отбеги. Да, 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 ой, бля, пять. Сейчас поставлю его обратно. Заправить. Угу. Медик, надо заправить. Донт, могу охрану дать, хочешь? Не, ну это будет отказ, если сто ради ты. Ну, просто чтобы я с руками не прослакал. Да, ты, ну, короче, я скажу. Короче, ладно, ну. Ой-ой-ой, блядь. Блядь, закрывай, Суза. Суза, блядь, не ту! Ладно, Суза молодец, все равно. Среагировал. У нас БР есть. Он сейчас это пережит просто. Один хил. Моя ошибка. Не твоя. Нормально. Твоя разве? Да. Что сделал? Не понял. А, я ждал, чтобы он кастанул, типа этот, который кастнул в 10 ром Орим, а у него раньше рага тикнула, и он кастанул этот физорван. Ой, огненный, который утонул по всему рейду. Это я думал, то, что я не зашел в этот подкаст. Не убил на и ШВ, и 2Т4 отдали. Вон там, от адского удара понесли все. Да, все, я вижу. Донт, я тут совсем похожий дурак, но зачем мы стоим там 10 тел? Чтобы, ну, можно просто заходить под каждый кастер милишником. Нет, почему именно 10? Есть, там, а, почему именно 10? 200 там, тысяч физического урона, чтобы разделить? Не-не-не, там чтобы этот, описание адского удара. И он там. Или Редина. Меньше 10 таргетов, тогда он сможет эту ОЕшку по всем. Да, да, да. Как он там? Ту же, которую кастует при 100 раге. Ну, раз, вот здесь секунду. Вот. Если на этот каст мы не сбежимся в 10 человек, то что? Он кастанет еще и второй АОЕшный каст. Стой, остановись. Там 140 тысяч урона каждому. Блядь, ну раги нету, все. Не надо ничего больше. Они до сих пор в книжке это дело не обновили, я понял. Дон, тебе бдилку дать? Ничего же. А? Она ж мне ничего не даст. 3%. А, у нас же ДЦ есть. ДЦ есть, да. Тогда дам какому-нибудь гудлику. Сейчас на полчаса. Уже полтора сидим. Все готовы, давайте добавим. 5, 4, 3, 2, 1.
Шурок, седать сокрушательный. Ничего не надо, блядь, я был выпал обещал. А я даю. Бас, когда я стырю в этого в ЧПС еще? Я не особо устал. Побежали от правой стороны, побежали. Закройте. Ближний и дальний. Я дальнюю закрою. Так, все, я слева буду стоять. Тренер сейчас скинуть. Это хороший АПС. Да, ну уже не дамажит. Центр закрываем. Левый. Крайне не видели. Пизда вам. Пять. Их не закрыли. Да что не закрыли? Это не закрыли, это опять адский удар. Я просто... Он кастует один, мне нужно, чтобы он задамажил рейд, потом он тут же кастует второй, а первым он меня откидывает. Просто я не успеваю выйти. Прям жопой в стенку упираетесь, или как сказать? Давай мастерить. Чё такие текстуры кривые? Смотри, щит в ГК-шке забавил. В этой печке. Такое бывает. Там есть какое-то место у этой печки долбанутое. Там можно встать так, что он откидывать не будет. Его надо нащупать. Баб еще использовал. Это примерно как на Оне вот эта херня. Джесса поставил, не доходя к красной метке. Да я не знаю, что у тебя там за описание. Ну да, у тебя старое описание просто этого скола. Сейчас... Чего-чего? Гоша, сбросок сделаешь, посмотрим.
Да, бля, 5 секунд, когда сделаю. 5, 4, 3, 2, 1. Пускай. Есть. Ручки. Что-то мне показалось, что с тобой еще одни руки. Закрою в центре для меня, вроде. Иди, иди. Большой урон пойдет. Че, дальше вы? Дальше. Не отвернешь, да? Ой, хорош. Я ботинки прожал. Следующая. Ну вы озвучите так. Дрюнер, отходи. Кто он-то убил? Себастр. Сейчас нас убьет. Себастр, нет. Себастр, смотри, короче, когда он косует эту хуйню, его нужно просто отращивать. Сторону. Не в сторону вот так, РДшников, а в сторону вот уголочек другой. Просто отращиваешь его и все. И все. Собственно. И кастовать на эту хуйню начинает, когда у него 99% раги. Ну, когда 99 на 100. Сори, нужно отойти. Буквально 2 минуты. Ключи вынести. Сейчас покурите, расслабьтесь. Да, давайте перекур сделаем. Сколько минут? 5 минут, давайте отдохнем. Поставьте ДБМ брейк. Рокстрайд Питер. Это кто сказал сейчас? Рокстрайд Питер. Кто сказал сейчас? Кто это сейчас говорит? Успокоились, нахуй. Так, чё, бля, больные, что ли? Да, разъебились там. Ребята, как хорошо. Бы вы забыли, блядь, где вы находитесь? Рокстрайд натурал. По факту. Нет, не по факту. Обратный. За оскорбление, да? За оскорбление нацистов земли. Чё по поясу, блядь? Чё по поясу, блядь? Чё по поясу, зорки? Где пояс твой?
Бля, хотел к рожам пойти. Убить боссов. В итоге пойду нахуй. Походу мы тоже так же, блядь. Отца, всё уж. Андрейнер уже спать хочет. Какого ассист есть дать? Пойдемте в обычку, там-то мы справимся. Не факт. Че, наверное, не лагает больше? Да я этот, короче, ноут на... Господи, ноут, блядь. Телефон решил на подоконник, короче, блядь, на улицу нахуй выкинуть, на удочке, блядь, подвязать нахуй, чтобы он, блядь, снегом его наваливало, блядь, и он работал нормально. А у тебя, знаешь, этот... Эхо, как будто ты в подъезде сидишь. Может, усиливай? Так я в этом, конечно, у меня в хате нихуя нет, у меня эхо, естественно. У меня ж, бля, вот, ай, блядь, видос не могу включить. Можем на канал ниже спуститься, я тебе покажу, что у меня есть в хате, а чего у меня нет. Ну, это где ты ремонт делаешь? Ага. Потому что нихуя нет. Да, я буду ЧПХ и покажу. У нас перерыв или нет? Да, да. Еще 3 минуты. Заебись, заебись. Пацаны, скажите, а протопал какого уровня шмота должен быть, чтобы РБК начать танчить? Ну, не умирать. 200-го. 200-го. Главное, капдефы собрать и все. Ну, а сличевский герб соберется? Легко. Сколько там надо? 540. Нихуя себе, у меня столько нет. У меня там 460. Они достают. А ты подумал, ну его нахуй, эту сову лучше половину сделать. То есть ты качал сову? Мы себя одели в РБК. Нет, она это есть, она ж не умерла, бля. Ты хочешь сказать все? Ну протопал как-то веселее, я себе дворфа сделал. Такой стильный. Так. Зато танк будет. Вы умрете. Рульс Райт. Что? Давай я поезд не буду рулить, а ты мне 70 тысяч голды. Давай ты нахуй пойдешь. С кайфом. Да я хочу, мне протопало надо боешки купить. Хуешки себе купи на протопал. Это Гудхилл, слышь, подожди. Гудхилл, мы, скорее всего, сегодня не успеем в кару пойти. Да, я так и понял. Судя по всему, у нас намечается... Насвоение, да? БДСМ-тусовка. Так, ты в курсе то, что ты в воскресенье идешь это со вторым рейдом? 25-ка? Да, в курсе, не знаю. Теперь в курсе. Да, теперь в курсе. И ВК? И ВК, и Грулмайк. Ну, у меня проходки нет. Тебе сделают, ну, проходка тебе сделается, когда спать. Две бабки. Ладно, тогда я пойду, да? Да, чё ты хочешь? Давай. Чё ты хочешь, Норки? День, давай, бля. Ну, пойдет? Ну, нормально. 20 голды. А так? А, это хуйня, ну, хуйня стоит. Подожди. А так? Я в пизду тебе, блядь. Нахуй так не убрать. Я ж добрый, блядь. Дом, ты здесь, нет? Он же ключи понес на суд. Давай ты мне поиск ставишь, и тебя в кару берусь на первый босс.
Нахуй ты мне нужен? Я с своим статиком скажу. Про мусор. Рейдер. С твоим статиком пойдет секушка. Не, так с нами идет этот. Там сову какую-то нашли. Сову нашли? Ну, походу, мы точно не пойдем сегодня пойдем. А сегодня уже... Да, в принципе, блядь, там не так оно и важно. Потому что выйдет ЦВК, там перчи, пояс и спину можно за УД купить с РПБ. Перчи, пояс. Так там пояс, ну, типа пояс. Ну, РПБ, хас, ну, как разница. Но все равно лучше, чем 226 с РПБ. Не, ну, тут согласен. Тут согласен. Так а может тогда вместо Сибас такого-то другого поставить, кто шарит, типа, а Сибас будет ловить руки? А, не, а там не убьет, убьет, по-моему, всех нахер. Да? Да он написал, что он просто отвлекся. А вот скажите, пацаны, как, блядь, ДБМ подвинуть? Открой настройки. Открыл. Тоже поищу. Что тебе именно индикатор? Ну, у меня вот эта хуйня на висит, где, блядь, дебаф ручки, блядь, и я иногда не вижу, есть на мне маска или нет. И бомба также живая висит, не видно, блядь. Поднимите Донта. А ты про эти, я думал, индикатор. Настройки индикатора и там просто перед меня. Справа, сверху уже. А, все, спасибо. Блин, ты здесь? Если хочешь, ты настрой еще эту ширину, чтобы меньше было. Они так маленькие. Блин, заходи. Я тут. Надо спасить ее. Куда еще, блядь, полтора часа РТ, ёптвай. Что-то собрался спать. Я ебал полтора часа сидеть. Я надо еще кого-то найти, может, кто-то есть свободно. Тут вообще РЛ нахер не нужен, вы чё, почему без РЛ? Только надо переговариваться, дебафы себе знать, что ручка есть на ком нет. У всех же есть микрофоны, вы можете говорить просто, у меня дебаф закрой ты, блядь. Да тут же не в руках было. В руках, походу. Ну, это было проще, он что-то там говорил про ручки, а я вообще ничего не говорю про них. Забей, просто дебаф. Стою в звездочке и торгую лицом. Давайте арчек это пойдем. Пробуем. Рыба, есть? Я там ставил где-то. Должна а, стоять. После крестика стоит. Что, вам пока не скажи, вы делать не будете. Начните отыгрывать нормально-то и все, и убиваться будет. И без Бёрна. Именно. Суза. Кого нет? За 2 минуты писал, бил, но не то. Он написал в чате, что он тут вроде. Сейчас смотрим. Север, ЧП. Еда. Все тут. Давайте ДПМ ставлю. 5, у меня чистит 3 секунды. 3, 2, 1.
Настак Александр и вам, товарищи. Хорош. Да, рук лишний в ней. Спас, костерю. Ну, Рокси под Сандерами 26к. Нормально. Чё прибросилось? Да, он тут не жадничай на массейве, да? Убегает. В центре. В центре. Хуяно, в центре закройте. Сейчас будет убегать. Да, все. Надо чем смотрел, конечно. Да, блядь. ЧПХ вырнула, но не пытайте какую-нибудь касочку, что-нибудь, если есть время. Текстурами был, что ли? Надо массейву отдавать. На адский удар не даете массейву. Возвращайся, вас тут. Хорош. Дон добавить. Его 4 секунды не хилили. Ну, давай. Череп и череп. Возвращайся. Блин, кого-то нету здесь одного. Ну, Дон же умер. Нет, никто не догадался прибежать. У меня за 2.5 секунды убило. Да, я был на фуле. Ну, его вот этот удар, который он отворачивает, просадил до 20%, и он как бы не поднялся. Дон, а сегодня Каругер ждать или нет? Я так зашел спросить. Не-не-не, Каругер, давайте, наверное, не это. Что-то вообще страшно. Каругер, мы тебе принесем. Хорошо, что я с вами в первый раз. А вы не помните, вроде же, когда в тот раз убивали, там под каждую эту хуйню давали сейф какой-то. Мы давали в прошлый раз на этот, на когда много стаков на боссе и не скидывается еще печкой под АУЕшку. Дон, у нас 4 массейва, ну не жадничай. Плюс еще массакры все. Можно по КД сдавать. Я сейчас все свои отдал. Я дал 2 тринки, плюс 17 тысяч хп тринка, а плюс 10 тысяч хп и кровь вампира отдал. И тебя под всем этим сложило или что? Да, да. У нас Эллер ревнул. Не, ну в 3 хила такое хили. Че, похилить? Тут и 4 хилить. Знаешь, четвером здесь тяжко. Потому что, например, танков, которые руки закрывают, в основном как бы поднимаю я по хп. Ну да, потому что цепуха только одна на панели, да? С проходкой-то даже толком никого нету в гильдии. Напишу. А что, он так всегда будет делать, или? Или ты что, блин? Ну, и нет. Он писал, что до 11, сейчас 10, ну, ГП. А, ну так давайте еще час. Что за хуйня? А сейчас я у него спрошу. В смысле всегда? Раз в 3 недели всего лишь. Ну, он говорил, до 11, а сейчас 10. Ты в ДЦ? Ты в ДЦ, тогда я в Холика могу спекнуться. Без вопросов.
У кого есть ДЦ? У Мари Джейн есть ДЦ? Там второй ШПшка написал, что... А, у ВГшнипаш есть ДЦ. Кого? А, да, у спекнуть, я тоже спекнуть. Точно, точно. Давай ты в поле как-то с ним ДЦ-шку. Флэша еще в хила. Тут в 4 тут тоже. Угу, согласен, плюсую за флэша. Потому что, блядь... Вон, дрейнер и Рошама есть. Шаман волну кастовать. Давайте, Элем нужен, но давай флэш, да, действительно, ты флэпала. А только с ним оставайся в шпшке. Да, ну, ты ж, типа, блядь. 2 хпала точно хватит, типа, на этого. Как раз вместо Элема. Тут сова тут есть. Хуёво хилили. В 4 сложно? Ну да, но... Сложно, да. Тут да, хорошо, давайте тогда дрейнер ты. Потому что пока ты вроде бы щитуешь, а там у тебя танки на периферии просевшие. Не надо, просто не хит. Который уже следующую руку не закроют с таким количеством хп. Так а что, у нас замены нет, что ли, ребят? Что, у нас 20-е тело будет? Ну, там ты делаешь, нету проходов, нету в гильдии. Второй рейд пока еще ничего не закрыл. Сейчас я посмотрю, кто там Саша написал в статик 25 у нас с заменками. Так. Полинчики, Алмерия, Тенка. Как не трыла, выжлов весь рейд, блядь. Все тут были. Что у вас не получается? Кстати, Саша, там это, там Эллер Ливноу, я его хочу с гильдии кикнуть. В чем Ливноу с гильдии? Нет, он не с гильдии, он с рейда Ливноу. Ну, попадай, ну, что делать. Еще раз у меня с гильдии. С гильдии кикнем, да, да. Еще раз у меня. У нас проблема то, что тут я падаю, в меня очень много прилетает урона, и все. И... Ну, это по сути, наверное, потому что мы в 4 хила шли. Ты рекаунт смотрел? Сейчас 5 должен быть нормально, но у нас есть кто-нибудь замены? Ты смотрел рекаунт, Дон, я ринковал? Погодите, я не понимаю, у нас сейчас что по хилам происходит? Сейчас 5 хилов. Эдру, Эршам, ДЦ, 2 хапава. А, то есть мне опять в ДЦ возвращаться. Хорошо. Да, тебе... А тебя как пробивается? Как СНИП ШП, сильно. Там вместо волны после удара в тебя цепуху кастовали. А надо волну кастовать хотя бы 2 раза. Если вы этого не знаете, я не знаю, чего. Под 2 хэпалами будет лучше стопудово. Да, 2 хэпала будет танка держать, это точно, наверное. Ты Эллер дал ДП? Ну, конечно. Это, типа, когда ты налутался, и у тебя 1800 ГП, лишние 3 сотки вообще ничего не изменит. Ну, значит, увеличим правила случаев. Это самое. Выходи нового контента из Лифрейда уже внутри со 600 будет. Нет, Снип, давай ты это, ты в ШПшке. Ты закрываешь эти ручки, ШП полезный здесь. Фу, пацаны, следующий... Я знаю, что делать. Наносит просто прожимки. Поставьте. Давайте, Донт, я один трай, с вами мне уходить надо. Меня люди ждут. Есть кто стримит, рок стримит? Да, я вижу стрим. Только мне надо другой ракурс, с этой зоны. Туда я не могу. Локи здесь, поставьте шкаф, у нас ШП все до холма. У тебя проходки на поле или на маге нет? Верха. Нету. Войд не запустит. Режим, вруби стрим. Давай, Мэриджин. Ой, ты в мелизоне стоит. Давай, давай я подрублю, я руки закрываю. Бля, чай разлил, пиздец, все. Вытирай быстрее. Да чего вытирать, я просто без чая остался. Ага, ну это тогда похуй. Когда слизывай. И без пояса. Рыба надо, рыба кушать. Где, где, где? А, дайте кулак хантам. Чуть не вижу, где рыба. Готов.
Рошама где стоял? В миле или в РДД? А, в миле. Ну, уже какой-то там персонаж красивый. Дайте, пожалуйста, кулак по хантам. Я предлагаю вам просто, если вы не бьете, оставить на среду. Это нет, вообще-то на эту часть, блин, третий день уже. Ну, убить Гула там... Ну, блядь, я бы шуху кому место буду уступать. Я бы залетел бы, помог бы, но... Ну, я сам тупо ночью, она была близко. Ты вместе со свечей? Войт, ты же с нами тут стоишь, да? Да, и Рокси тоже, хорошо. Я с вами стою. Я подлечу. Я что, рыбу не ставил, что ли? Я покушал кого-то. Это было 5 минут назад. А, ну хорошо. А, это я только сейчас прочитал, понятно. Итого, кто-то готов? Что, нужно ходить и рейлить, потому что я в этом БК-контенте просто молчу. Я свою роль как-то еще разобрался, и все. Все, хорошо, дети, плюс. Тут нечего рейлить. Вот именно, тут лоточки закрывать и упражненки давать, и все. И, да, но мы вайпаемся. 3 секунды. 1. Уважаемый, можешь удалить камеру подальше? Еще. Как быстро танка поднимал. Как прелесть. Иди за часами, за ладошками спать. Ладошки я закрыть. Справа я закрою. Донтрага 90% мотивации. На доске катаемся. Дальше, дальше. Уходи с мотовых. По доске закрывайся. Слева от босса, есть, вижу. Потом готовься отворачивать от босса. Сейчас печка будет там, вроде бы. Нужна там все равно до печки. Я слева стану. 10 секунд до печки. Так, 20 стаков, в принципе, пушинки не надо давать. Прохилиться, прохил. Ну, 32 стака. Сейчас будет. Возвращаю босса, а то все отворачивается. Сейчас печка, где там печка? Печка сейчас будет, уже есть печка, отворачивай. Адский босс. Ты через дай. Бах. Нормально. Отворачивай. Все, отлично. Выворачивает обратно. 4 минуты осталось. Давайте, ребят, бейте. У тебя рейд, что ли? Да. Вы стоматолога плюньте чем-нибудь. Левый. Центр, сзади центр закройте. Центр. Закрыли. Все, зайди. Все, умничка моя жена. Продолжаем. Сука, там стаку 21 стак. Так, я пошел в кружочек. Уходи оттуда. Ага, сейчас вижу. Так, донт, печка. Смотри внимательно. С печкой. Я закрою левую. Руки сзади. Иди, Гагасник, иди. Вы че, по вреде? Да. Угу. Бублика обгоняет. Так, смотрим дальше. Ушимляющий удар. Бах. Печь, руки, смотрим. Закрою.
Направо уходи. Пропали они. Снутовых. Так, на следующее, если печка не успеет активироваться, то он сдашь Т4. Вся печка активировалась, нормально. Она уже активировалась. У меня смотрим. Т4 КД. Хорошо, Себаст, Т4 есть? Себаст, нажми. Есть стоматолога 4. Отворачиваю вам сразу. Руки лево закройте, закройте, центр закрою. Идите, идите с центра, идите. Щек сейчас еще, наверное, кастанет. Угу. Уйди. Уходи, хматок, интервей сделай, интервей сделай. Успел, слава богу. Там нет сути, там уже не найдет. Если будет, там есть. Хоть, когда лужа пропадает, там появляются ладошки. Удар 24 стака. Нормально выдержите. Закрою центр. За дальний закройте. Все вижу. Дальше не можем. Стоматолога чуть-чуть. Печка активировалась. Так. Ну, прожимку. Вот, сейчас прожимку давай. Все. Сдал Т4, нет? Нет. Есть у стоматолога 4, Т4. Все, понял. Спас быстро. Закрыли. Закрыли. Лучше так не рискуй, он, блядь, отлетят люди, когда 30 стаков, лучше давайте с прожимки. Когда 34 стака. Не все выдержит туда. Готовьтесь, но ладошка сейчас будет на воду. Сколько там, 50% уже. Удар, 10 стаков сейчас будет. Этот удар еще без сейва, следующий удар будет себя отбивать. Смотрим ладошки сейчас. Ладошки, ладошки дальние. Закройте там, не? Все вижу. Ушел. Смазал прикрывает. Что там по Гере? Гера, давай. Давайте посмотрим на следующем. На экзекутке да здесь. А, ну тогда уж надо засыпать. Готовься отворачивать босса. 97%. Там что? 18. Ладошки закрыть. Я закрою лево. 15. Иди сюда. Красавец еще. Но сразу отворачиваю его после удара. Отворачиваю. Угу. Прохил приеду далее. Смотолов направо уходи. Налево вижу. Закройте. Закрыли, вижу. Сейчас еще одни ладошки будут, и будут метеор опять же. Попали, все. Смотрим аккуратно. Метеор, уходи туда. Интервей дай. Лучше. Закройте. Ага, все вижу. После следующего воспламенения, готовьтесь, бах. После воспламенения следующего... Раскуда, как стоит? Какого хуя, блядь, донт? Почему ты его, блядь? Потому что у нас что? Ошеломляющего удара упало люди. Блядь. Смотри, там куча людей положила. Надо было прожиматься. А ну, сколько стаков было? Больше, типа, 4, по-моему, 3 этих несбиваемых и, по-моему, 20 таких. Не, 20 это выживаемые еще. А кто умер? Подожди, ну-ка вверх подними, адский удар. Это адский удар называется? Нет, адский это то, что отворачивает. Потом, ага. Да. А выше подними мерджин часик. Не, ну все, кто в звездочке стояли. Флэш, Войд, да бичи, еда, он, да дон. Нет, это мы сейчас... Это вы сейчас сдохли от этого. А до этого у босса было... Блядь, стримил кто-нибудь по этому? Там адский удар, этому. Физический урон 49. Вас сложило... Блядь, я просто за игру. Просто донт мне отвернул босса просто. И все. Блядь, ребят, у меня же на трайне... Mm-hmm. Ладно, сейчас я сделаю сбор. Еще 5 минут. Да нет, сейчас попрохило норм вообще. Да.
Сейчас Анка быстро два хпала поднимает, прям приятно, успеваешь считывать, блин. Банк вылетел, захожу. Ребят, рыба стоит. Просто Т4 под каждый этот адский удар держим, да и все, и под стаки смотрим. Теперь можешь идти, если хочешь, если надо. Вы если что там у Войда спрашиваете, он подскажет. Ну, он написал его персонаж. Сколько времени? Кто подскажет? Все, что а какую я викинг в каре делаю, скажите мне, пожалуйста, почему не в рейде? Сеть попросился. Что значит попросился, Дон? Блядь, у нас РТ, не нахуй. Знает, может быть, это, блядь, и викингу нахуй да, ГП, блядь. И Дон туда еще заодно. Мне туда тетушки кидай. А за что викингу? Викингу мы вообще по факту должны были вчера закончить РТ. По факту вы пришли, вы собрались, значит идете, проходите ребята до конца. Ну, что за хуйня такая? Ну, оставлять босса, блядь, и половина людей уходит. Я бегу, я полетал. Ну так он же попросился. Да, 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 я же его отпустил, ему туда что. Это ж мне тогда уж. Тема, он попросился, ему разрешили. В чем проблема, за что ему... Нет, Саша, понимаешь, он мне писал, говорил, что я не могу идти, у меня этот, Тарежан. Окей. Понял. Я говорю, что приди, потому что там ГМ будет смотреть, что мы собираемся, в итоге мы сами все здесь проходим, но как бы окей. Он сказал, что ладно, я приду. Потом он отсидел час на боссе, его ждали там его челики. Он говорит, можно идти? Я говорю, блин, ну ладно, иди. У них РТ был, у них Каража начался в 7 часов. Он в 8 пришел здесь, мы в 9 с лишним убили босса. Они его ждали, и потом они пошли дальше в Каража, я его отпустил. Кулак, каску повара, пожалуйста. Поэтому лучше мне просто закинь. Спасибо. Давайте сейчас это самое, быстренькому. Викинг, конечно. Все готовы? Давайте. Сейчас Геру поставлю босса и сразу отдаем Геру. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Стака. Печка. Сзади закройте фонарь. Значит, закройте. Вижу. Ребята, еще посмотря делаю, и здесь убивать просто реально на 5 секунд. Так, здесь так, по-нормальному. Он готов. Он после удара сразу разворачивает его ниже земли, блядь. Пойди с мотолом. Потянется, не разворачивает. Да, он еще не кастанет. Там каждые 6 секунд ему тикает. Этот удар пока без сейва. И можешь разворачивать себя, вышли дом-то. У нас 8. У нас дец. Вот, блядь, прожмись. Сразу разворачивай, пожимайся. Ладошки кто-то. Сколько умер? Трое умерло. Стоматолог умер.
Стоматолог его дает БВР плазматологу, ЧП дай, кто там еще умер у нас? Войткин, Рокки, ЧП Невера, заход и стоп. А, нет. Ладно, заход и между костами. Стоматолог. На его место ЧП встанешь. Заход и иди перить стоматолога, ЧП на его место. Мелизон. А, Себаст, 4 сейчас. Давайте забафнули здесь. Бафчик повару дайте. Минимальный. Ага, шарматик уже выживет. Пошел. Никто не умер. Все живы. Не умер. Все. На 47 местах поймали. Давай, давай, Оптик, туда-туда. А зачем вы ему... Очень поздно, это 4. Ну, зачем вы золото 4? А кто золото 4? Себаст. Я ему говорил, там было секунд 10 назад. Да, ну здесь Т4, если что. Руки забываем. Ну, стоматолога нужно. Да, стоматолога. Есть, да. Пробафали людей, хоть кто упал? Да, да, есть. Так, печка. Если что, то готовься прожиматься, если успеет. А, печка до кисти, все, вижу. Да. Вы... Паски. Пинком успел вылить. Отвернуть. Бафу еще убил. Блять, как у... Че, он под бафом, что ли, ушел? А, мы захилили. Видимо, никто не стрелял, пошел, пошел скрыть. Нет, ласка помял. Так, БР нет, ну ладно. Идем там дальше. Ну, он под ебалом стоял. Там задевали здесь на близко стоять. Печка, одна секунда. Так, сколько там стартов? 4 отдал. Угу. Пихил. Я ошибился. Это все, ложки. Закрылся. Лево, лево, Невер. Ну, ребят, разуйте глаза, пожалуйста. Там я выжил. Вы если с дебафом, то подбегайте ближе к центру, чтобы люди видели, что... Подарьте сейчас ладошку, не слапайте. Дебафайте. Никто не умер. Из кошка вылетел. Меня выкинуло с рока. Продолжайте бить дальше. Вперед, дайте с автоматолог, прожми. Прожал. А зачем сейчас два прожимать еще? Это есть. Разворачивай. Закрой центр. Печка. Нормально. Без прижима. Так, Т4 у кого есть? Если Баст, что. А дай Т4. Не надо. А нет, 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 не надо. Есть, есть интро, если что. Блядь, уже дал. Ладно, ладно, если что, у меня есть сейчас. Себаст, ой, этот... Вот сейчас сам слово, когда откатится. 47. Хорошо. Дон, Даша, понимаю, если что. Понятно. Уходи оттуда, уходи, смотри, уходи. Ушел, ушел. Закрою, 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 закрою. Гудлик. Гудлик, хули ты без дебафа, блядь, что? Тут никто не закрывает. Он все нормально делал. Да. Может, герой? Да, потому что, блядь, друзья не смотрят. Смотрим, Донт, если что, готовься, это 4.
не успеется прокастоваться, давай Т4. Давай. По хилу порядок дали. Так, а вот 13-3, да. Т4, давай самотолох. Он только-только откатилось. Давай. Дал. Следующий сибас по команде, если что. Ну, получается нормально все. Чего вы блядь, паритесь? Ложки закрыть. Череп, закройте череп. Череп. Не, нормально. Берн, есть охрана, если что. Охрана не надо у вас. Там не появляется. Так, следующий. Ага, все нормально. Банда прохиливается. Рожай закрывай. Рожай, надо было тучку давать. Тучка зайца тогда, когда ты уже по дебафам этим. Тут вот сейчас висит уже. Ну, ладно. Я его там скину. Он скидывается бобом? Да. Не, пропустим. Да. Идем дальше, да. Так, 52%. Сколько печка есть от моего реги? Самого. Без них в точку давай. Так, 23 стака. Не знаю, должны выдержать. Выдержали. 15 секунд, Т4. Угу. В черепочку кто встаньте. Слева встаньте. Я готовься, Дон, готовься отворачивать после удара. Центр. Закрою центр, закрою. Так, отворачивай, Дон, готовься. О, птикай, блядь, сука. Попробуй сразу отворачивать, Т4 готов, осмотрелок, Т4, давай, быстрее. Дал. Все, отлично. Подкату Геру дадите. Удар. Так, следующий Т4 Себастьян дашь, если дебаф не скинется боссу. Сузок, черепочку ближе. Готовься. Сузок, черепочку, если что. Т4 давай. Т4. Фу, успею нормально. Хорошо, выжили. Какой стрель Себастьян есть? Сзади. Окей, Суза молодец. Геру дайте. У меня телефон разрядился. Геру. Стоматологу подхильте, какую-нибудь хоточку дайте. Надо топить. Не убегай. Бах. Руки закрываем. Миликами. На вспоминание уходи. Так, печка есть? Есть, вижу. Убивается. Угу. Да, он готовится отворачивать его. Еще один указ будет. Так, у тебя откатилась твоя порталка, если что? Да. Все, готовься, давай себе, если что. Хотя нормально, без порталки. Есть Т4, да. Верно. Скажу. Отворачивай. Один ставь сейчас будет отскидать. Вставай, давай Т4. По таймингу, конечно, не говоришь. По Мэри Джейн дайте бабки. Я там на 5 хп выжил буквально. Т4 нужен. За миликом закрыться. Иди, Суза, иди. Закрыл, все, сейчас так и скинулся. Дальше бейся. Дон, ты так ушел, что тебе хилить нельзя было с звездочки. Дон, он до пет-то. Тихо. Гас не встрахует. Я своего пета взял. Готовьтесь. А темп поставьте. Гасни, встрахуй руки.
И через 5 секунд могу вызвать. Штучку есть? Дайте, блядь, дрожжи. А, все нормально. Погружайся. 4 отдам на этот. Давай. Стоматолог-то 4 откатилось? 46 секунд. Себаста 4 О. есть? О, Себаста есть. Хорошо. Я вызвал кого-то, если что. Печка, если что, активировалась. Сразу готовься отворачивать, потому что это самое. Себаст, давай ты 4. Давай, Себаст. Разворачивай сразу же. Там Себаста откинула от руки. Ой, не Себаста, а этого севера. Блять, добивается, сколько там процентов осталось? Сейчас да. Еще один кастанет. Где я тело покинул? Блять. Ты как-то крутанул, блять, шум. Ладно, все, мне уходить надо, все. 7% что ли осталось? Блять. Позовите админов, чтоб это побыстрее нажали свою кнопку. Они уже это сказали, что все, больше не будем помогать. Какого хуя вы флудите, блядь? Да никто не флудил, что такое, конечно, блядь. Какого рода флуд? Блядь, вот сейчас, под конец, когда вы могли спокойно добить, у вас и хилы были живы, вы могли это все пережить. Никто не флудил, ты видел, почему? Там не из-за хилов дело, ты видел, почему? Нет, я не говорю, вы просто там начали паниковать, все начали разбегаться в разные стороны, лосать хил, блядь, и кто-то хуйней занимается. Ну, вообще-то я сказал, что Дон как-то так ушел, что я не мог его 3 секунды хилить. Даже больше. Нет, я не про это. Я говорю, что тут под конец, когда осталось 10 миллионов, и там пол рейда упало. Когда выкинуло из руки. Череп, почему не это? Да. Выкинуло из руки человек. Оттуда ударом. Почему еще кто-то не побежал? Хотя там прям миллисекунды были, там не получилось бы это сделать. Зов камня, ударная волна, это вот это что ли? Не знаю, но я встал на руки, чем-то меня отбросило. Ну это удар же ошеломляющий. Вот, да.